чтобы открыть свое собственное дело. Не работать на кого-то, скажите, вот из тех, кто присутствует здесь, вообще, вот, это, может быть, кто-то из вас работал по найму, и посещали ли вас мысли о том, что все, хватит, пора искать свое собственное дело, хватит работать на дядю. Вы можете, да, написать в чате, знакома ли вам такая ситуация. Да, то есть это для меня так обратная связь, чтобы я понимала, что я говорю не в пустоту. Да, это абсолютно естественный процесс для каждого человека, который растет. И что дальше он делает? Открывает свое собственное дело. Здесь есть, опять же, и плюсы, и минусы, как во всем в нашей жизни. Плюсы какие? Немножко больше доход, но прибавляются к этому огромные риски, вложения. Здесь уже все зависит только от тебя. Ты и начальник, ты и подчиненный. Сам себе, ну, как у нас песенка играет на радио всегда, самый лучший начальник – это я. Вот примерно как раз это об этом сегменте, об этом секторе, да? Но какими трудностями сталкивается человек, который решил открыть свое собственное дело? Как правило, это капиталовложение. Где взять стартовый капитал, какой он должен быть, как просчитать риски, потому что нет никаких гарантий, что сегодня ты вложишь деньги, а завтра ты не прогоришь. Вы знаете, у нас сплошь и рядом открываются какие-то новые магазинчики, кафе, как грибы, и тут же закрываются, потому что просчитать все со 100% гарантией никогда невозможно. И здесь, конечно, от рисков никто не застрахован. Но есть другой сегмент, есть люди, которые так называемые бизнесмены, которые создают бизнес-системы, и где уже не ты начальник и подчиненный, и все на тебе, сам работаешь, сам тащишь, а где создана такая система, где уже люди работают на вас, где ты можешь оставить свой бизнес, уехать и быть в полной гарантии, что все будет прекрасно. Это сектор бизнесмен и сектор инвестор, там, где люди работают и деньги работают на вас. Здесь, конечно, одни сплошные плюсы, но как всегда есть но. Чтобы создать такую бизнес-систему, нужно вложить очень, как правило, много сил, времени и, что немаловажно, денег. Вот. И далеко не каждый может себе позволить. Вы знаете, как в моей жизни получается так, что я не была дочкой Рокфеллера, но от этого мои желания и амбиции меньше не были, понимаете? Всегда хотелось чего-то большего, чем ты уже имеешь на сегодняшний день. И поэтому, конечно, всегда был поиск каких-то новых возможностей. И что же делать тем людям, которые так же, как и я, не были детьми мэров, депутатов, миллиардеров, крупных бизнесменов и так далее. Что теперь? У нас нет в жизни никаких шансов? К счастью, есть. И об этом мы сейчас как раз более подробно с вами и поговорим. Если мы хотим иметь деньги, мы понимаем, да, что гораздо выгоднее, в разы выгоднее быть владельцем своего собственного бизнеса. Скажите мне, что лучше, быть владельцем одного отеля или владельцем сети отелей? Что выгоднее в плане финансов, да? Напишите в чате. Я пока, да, подожду. Я понимаю, что ответ очевиден, конечно. Сеть отелей – это выгоднее. Это понятно даже ребенку, да? Ну, хотелось ответа от вас. Один из самых богатых людей в мире, о котором я уже упоминала, Роберт Киосаки, автор книги, когда-то говорил, что богатые люди строят сети, а остальные ищут работу. И мы с вами, опять же, можем наблюдать в нашей реальности, в современном мире, как разрастают сети, личные сети, Макдональдс, магазины одежды, нефтепродуктов и так далее, и так далее. Можно перечислять очень много. Но мы видим на сегодняшний день, что корпорации, за ними будущее, это огромные финансовые махины, финансовые пирамиды. И, конечно же, это монстры, которые своим владельцам приносят огромные прибыли. Что мы предлагаем сегодня? Мы предлагаем создать свою сеть, сеть супермаркетов, сеть супермаркетов здоровья под брендом Coral Club, который может работать по всему миру. На сегодняшний день 189 стран мира могут получать продукцию под торговой маркой Coral Club. Когда мы открываем или начинаем свой бизнес, очень важно, колоссальное значение имеет то, какую ценность мы несем на рынок. Что это будет, какой
какой-то будет продукт, какая-то будет ниша. И если мы с вами, например, выбираем косметику, да, то просто делаем анализ, как бизнесмены, анализируем, кто может пользоваться косметикой. Ну, в большинстве случаев, как правило, это мужские женщины от 15 до 50. Ну, грубо говоря, да, это средняя цифра. То есть все остальные, это не целевая аудитория, это не ну, косметическая фирма, да, понимаем, сейчас говорю об этом. Если мы выбираем создать сеть магазинов одежды, опять же, как опытные покупатели, мы сначала что делаем? Прогнозируем. Рассчитываем свою целевую аудиторию, на кого мы работаем, смотрим конкурентов. И вы знаете, на сегодняшний день ниша здорового, правильного питания, так называемая wellness-индустрия, развивается огромными, колоссальными просто скачками. И у нее еще очень большое будущее. Поэтому тот бренд, который, и та ниша, которую занимает Coral Club на сегодняшний день, это очень прибыльная, очень интересная, очень надежная и очень перспективная ниша. Почему? Потому что мы предлагаем людям здоровое, правильное, качественное питание. И предлагаем клиентам здоровую, правильную пищу, которая будет приносить молодость и здоровье. И что интересно, как работает индустрия MLM на сегодняшний день? Есть на самом деле только два способа продвижения продукта на рынок. Есть заводы-производители, которые делают различные товары и услуги. И дальше можно либо по линейной схеме продвигать продукт на рынок, то есть, ну, как мы это видим в магазинах у нас, да? Когда есть крупнооптовые базы, мелкооптовые базы, розница, и в конце концов это доходит до потребителя, до конечного покупателя, то есть для нас с вами. В принципе, мы так покупаем продукты питания, одежду и многое другое. Есть несомненно, плюсы, потому что рядом с домом, привычки, да, к нашему магазину удобному. Но есть и минусы. Какие минусы для нас, как для покупателей? Что продукт, проходя разные стадии крупной и мелкой и средней оптовых баз, в несколько раз увеличивается его стоимость каждый раз. Почему? Потому что на каждом этапе это отдельные предприниматели, как правило, это делают. И, конечно же, вполне разумно, что они хотят заработать на своей деятельности. Поэтому для нас, как для потребителя, важно, что продукт в конечном счете получается не такой, скажем так, годосрочный, как он мог бы быть, если бы он шел напрямую от производителя. И для производителя это тоже не всегда плюс. Почему? Потому что на любом из этих этапов могут просто внедриться фальсификаты. Может быть, в странах Европы это меньше распространено, но вы знаете, вот в странах СНГ мы неоднократно сталкиваемся с тем, что покупаешь кофе, например, да, как пример приведу. Сегодня он еще был классный, вкусный, а уже через какое-то время покупаешь, вроде бы та же самая упаковка, смотришь, а нет, вкус-то уже другой. Может быть, тоже с таким. Есть совсем другая схема, когда тот же завод-производитель производит какой-то товар или продукт, но доставляет этот продукт всего лишь через одно звено, через дистрибьюторов, которые являются и потребителями этой продукции, и в то же время они же являются и рекламой этого продукта. Какие плюсы получает потребитель? Снижение цены, то есть продукт качественный, достойный и при этом доступный по цене. Это, конечно, очень приятно для нас, как для потребителей. А что мы можем получить как предприниматели из этого продукта, из такой схемы, да? Как предприниматели мы можем быть этими же самыми дистрибьюторами, которые попробуют на себе продукт, оценят его и потом просто рекомендуют его дальше другим людям. Все очень просто. В принципе, мы с вами все занимаемся дистрибьюцией и рекомендациями, просто не все за это получаем деньги. Как правило, мы сходили в кино, им понравилось, сказали своим знакомым, посоветовали своим знакомым. Они пошли тоже сходили на этот фильм, но кинотеатр нам не дал никаких комиссионных за это. То же самое происходит ваше рядом. Мы купили какой-то качественный продукт, мы по доброте душевной поделились этой информацией с другими людьми.
И вы знаете, мы все задействованы в этой индустрии всегда. Просто не всегда отдаем себе в этом отчет. И если мы хотим, например, сделать это своим хорошим дополнительным доходом или основным бизнесом, здесь важно понимать, что гораздо лучше получать 1% от усилий 100 человек, чем 100% от собственных усилий. Суперфены, они крутые только в фильмах. И если ты в жизни мастер на все руки и ничего не может произойти без твоего участия, то мне таких людей очень жаль, потому что им некогда тратить время на свое развитие, на отдых, на проведение наслаждения просто жизнью. Поэтому, конечно же, важно не просто зарабатывать, а делать так, чтобы вы могли еще наслаждаться временем и тратить эти заработанные деньги на себя. Да? Вот это ценно, и это важно. И это тот пункт, который нам может дать сетевой маркетинг. И в частности, компания Coral Club. Сейчас буду более подробно рассказывать именно о том, что мы предлагаем. Почему из такого многообразия различных продуктов на сегодняшний день и такого огромного количества компаний можно выбрать для себя холдинг, огромную корпорацию, международную корпорацию, Coral Club. Начнем с того, что более 150 продуктов для здоровья у нас есть. И это действительно качественный продукт. Как правило, люди приходят в компанию просто за хорошим продуктом. Пробуют его, получают потрясающие результаты. Я не буду подробно останавливаться на этом, но просто скажу, что на сегодняшний день найти качественное питание становится очень сложно. И все мы в поиске в постоянном, потому что нет ничего ценнее и дороже, чем здоровье свое и своих родных и близких людей. И поэтому, конечно же, обратите внимание, все больше и больше полок в супермаркетах отводится продуктам под логотипом ЭКО или там натурпродукт. Это направление сейчас набирает колоссальные обороты. И, конечно же, мы достойное место занимаем в сегменте здорового и правильного питания в мире, чем, конечно же, я очень горжусь. И вы знаете, еще очень интересный момент, что в наши магазины питания приходят люди, которые уже, как правило, попробовали разную продукцию разных других фирм, разные способы оздоровления своей семьи. И когда они пробуют наш продукт, они понимают, что это очень эффективно, что это просто, это очень выгодно, это безопасно. И такие люди остаются в компании лояльными, постоянными потребителями. Я почему об этом так подробно говорю? Потому что если мы с вами рассматриваем компанию с точки зрения бизнеса, то это очень важно, чтобы оставались лояльные потребители, которые будут из месяца в месяц покупать ваш продукт. За это борется любая фирма, любая компания, за лояльных потребителей, за тех, которых не нужно будет уговаривать, каждый месяц искать новые рынки сбыта. Это очень важный момент, потому что люди, приходя в компанию, остаются в ней на месяца, на годы. И, знаете, вот я, например, уже больше 10 лет в компании и пользуюсь продуктом с удовольствием, и вся наша семья. И я вижу, что многие люди, которые один раз попробовали, оценили, получили свой результат, они остаются очень надолго. И они приводят, если они не занимаются бизнесом, у вас не обязательно это условие, да? То есть есть несколько возможностей. Вы можете просто пользоваться продуктом. Но если вам интересно еще и это направление, интересно, например, финансов, то это прекрасно здесь можно реализовать. И вот это очень важный момент, потому что для любого бизнеса, да, как правило, людей, кто хочет заниматься бизнесом, их гораздо меньше, чем просто обычных потребителей. Поэтому для любого бизнеса важны обычные, счастливые, довольные клиенты, которые готовы не ради денег, а просто от души делиться этой ценной информацией. Вот как я рассказывала про фильм, да, что мне понравился фильм, я о нем рассказала, даже не ради дохода. То же самое происходит у нас в компании. И вот это очень ценно. Очень важно, какую ценность вы несете людям, какой продукт вы предлагаете. Здесь нам есть чем гордиться. Более 150 продуктов для здоровья. На эту тему у нас проводятся отдельные вебинары по
по средам, да, поправьте меня, если я ошиблась, каждую среду у нас вечером проходит вебинар на тему здоровья, на тему того, как эффективно использовать свои продукты. И если у нас сейчас с вами есть люди, которые, например, первый раз слышат эту информацию, им было бы интересно, вы или напишите в чаты, или обратитесь к людям, которые вас сюда пригласили, и они обязательно с вами поделятся еще ссылочкой на вебинары по здоровью. Потому что информация, которая там дается, просто бесценнейшая на самом деле. Ну что ж, а мы пойдем дальше. Если говорить о надежности компании, когда мы выбираем себе партнера, как правило, да, какую компанию, конечно, очень важна стабильность. Компания новая, которая только открылась, которая, например, только пробует продукт и смотрит, пойдет он на рынке, не пойдет, это совсем одна история. И другое дело, когда компания уже больше 18 лет, когда у нее за плечами уже огромный опыт, пережит не один кризис, и она устойчиво держится на плаву, это абсолютно другой уровень надежности. Поэтому на сегодняшний день подключаться к компании Coral Club можно смело и уверенно, что эта компания пришла не на один год, не на два, а пришла надолго и всерьез. Об этом говорят еще дальнейшие факты, о которых я расскажу вам сейчас. 7 стран-производителей. Опять же, это то, чем можно гордиться, потому что у нас есть и свое собственное производство в компании, где наша компания делает высококачественные продукты по высочайшим нормам качества, сертификация, полностью GMP-контроль. На сегодняшний день это один из самых строгих в мире контролей качества, которые предусмотрены для продукции для здоровья, да, БАДов. Поэтому, конечно, нам есть чем гордиться. В 189 странах осуществляется сервис нашего продукта. Это, конечно, огромное преимущество. Но вот представьте себе, вы решили открыть магазинчик свой. Неважно даже с каким продуктом. Какую сумму денег вам нужно вложить просто хотя бы в одну точку, да, в один этот магазинчик. Так, по самым мелким подсчетам, это около 10 000 долларов нужно просто, чтобы получить разрешительные документы, арендовать помещение, закупить товар и так далее. Здесь всего этого делать не нужно, потому что всю эту функцию на себя берет наша компания. Осуществление доставки к потребителям, да, сервисов, которые осуществляют эту доставку. И у вас один просто появляется магазин в разных странах мира, представьте, практически везде. Потому что везде, где компания предоставляет свою продукцию, она везде заходит на рынок официально, с полной сертификацией, разрешениями и так далее. Всю эту часть на себя берет компания. 350 офисов продаж открыто по странам СНГ и Европе, ну, в принципе, в Таиланде, да, по миру, скажем так. Это шикарнейшие представительства, очень красивые, очень светлые, просторные. И для нас, как для предпринимателей, очень важно, что мы не вкладываем свои собственные деньги в развитие и в аренду этих помещений. За нас все это сделала компания. Это, конечно, просто шикарнейший подарок для любого предпринимателя. Это, ну, неоценимый подспорье, особенно в начале, когда, знаете, есть желание развивать бизнес, но, как правило, в начале всегда нет возможности больших финансовых. Здесь, знаете, есть такая идея, да, вот то, о чем я говорила. Очень важно, какую вы идею несете людям. Не знаю, слайдами сегодня они туговато подгружаются, если подгрузится, будет прекрасно. Идея на миллиард, знаете, кому принадлежит человеку, который когда-то придумал фасовать чайные пакетики, чай по чайным пакетикам, да, по одноразовым, заваривать в чашке. Это очень удобно, это очень просто. И эта идея была воспринята на ура во всем мире. То же самое есть и такой уникальный эксклюзивный продукт есть у нас в компании, где мы однограммовый пакетик с кораллом бросаем в воду, и он меняет физические свойства воды и несет людям здоровье и энергию. Так вот, на сегодняшний день таких... Ага, вот он, решил погрузиться.
да, чайные пакетики. И у нас есть прекрасный продукт. Это эксклюзив на сегодняшний день. Это потрясающий продукт, однограммовый пакетик, который мы легко просто бросаем в воду. И у нас в плане дома вода, как на лучших курортах Мина. И на сегодняшний день более 5 миллионов человек пьют правильную воду. В красивых эко-бутылках, в удобных. Я даже, вы знаете, это такой продукт, который я очень люблю, потому что у меня утро начинается с воды, вечер заканчивается водой. Если дети идут в садик, в школу, они обязательно идут с бутылкой воды. И это, знаете, если говорить о воде с точки зрения бизнеса, то это продукт универсальный. Если я вам приводила пример косметику, да, и говорила о том, что женщины определенного возраста, как правило, целевая аудитория косметических фирм, то здесь, скажите мне, пожалуйста, кому нужна вода? Ну, ответ очевиден, да, вода нужна всем. То есть у нас целевая аудитория просто огромная. Другое дело, что, может быть, не все люди на Земле еще понимают ценность воды, но я вас уверяю, все к этому идет. Мы просто наблюдаем эту тенденцию год от года и видим, как меняется сознание людей во всех странах. Если еще буквально вспомнить хотя бы лет 10 назад, многие люди даже не покупали фильтры домой, они понимали, что ну, они просто пили воду из-под крана. То сейчас тех людей, кто просто пьет воду из-под крана, уже практически не осталось в мире. Все что-то делают с водой, очищают какими-то фильтрами, обогащают минералами и так далее. А у нас есть универсальный продукт, который легко и просто, точно так же, как этот чайный пакетик, без лишних хлопот, делает с водой чудо. Просто не скажу по-другому. Меняет ее по нескольким важным для человека физико-химическим параметрам. Но об этом на других вебинарах подробнее, потому что информация потрясающая. Следующее, что хотела вам сказать, информация про размышления. На сегодняшний день в мире более 50 миллионов дистрибьюторов задействованы в системе MLM. То есть вы представляете, как можно к этому относиться, можно хорошо, можно плохо, можно вообще никак. Но вот есть факты, которые безразличны к мнению других людей, скажем так. Да? Вот это просто есть и все. Это на сегодняшний день в Америке открываются высшие учебные заведения, где людей обучают, как создавать MLM-компании, как в них работать правильно, как обучать дистрибьюторов и так далее. То есть на сегодняшний день это становится уже полноценной профессией, которой учат. Точно так же, как менеджментом, точно так же, как работе с клиентами и так далее. То есть я вам еще такой факт скажу, что в Америке каждый второй миллионер, который ну, с нуля поднялся, да, это выходец из MLM-бизнеса. То есть поднялся именно благодаря MLM-индустрии, заработали свои миллионы. Поэтому и такая информация, где есть о чем задуматься. А почему? Потому что это потрясающий шанс, где не нужно вкладывать свои собственные финансы, а, как правило, многих предпринимателей именно это и останавливает. Но нужно вкладывать свое умение, свои навыки, свое время, свои знания, свои мозги. Никто не говорит, что легко и просто, знаете, как бесплатный сыр только в мышеловке, да. И когда мы рассказываем о том, что есть такая возможность, это не значит, что ничего не делай, просто приди в компанию, и тебя все сделают. Нет, делать нужно. Но есть хорошая новость, этому всему обучают, и за это за все дают хорошее вознаграждение. На сегодняшний день компании Incural Club выдано более 60 автомобилей Mercedes-а разного класса. Ну, знаете, 60 автомобилей это еще устаревшая цифра, на сегодняшний день это уже близится к сотне. Поэтому и помимо автомобилей уже к этим ценным призам и вознаграждениям присоединились и квартиры, и дома, то есть жилищные бонусы. Это говорит о том, что компания не стоит на месте, она постоянно развивается. Скажите мне, где, в какой компании, в какой деятельности мы можем получать в подарок такие ценные призы и вознаграждения. Вы знаете, когда я работала по найму, то самым ценным вознаграждением, которое я получила, это был диплом, повесил в рамочку на стену, и к нему прилагалась небольшая премия в размере $100 по тем временам. Ну, то есть, понимаете, ну, сравнить, да, если это вознаграждение и то. И здесь вознаграждение за проделанную работу – это не вместо денег. Это как дополнительный бонус.
что, конечно, очень приятно и интересно. Кроме того, на свежий день более 250 человек побывало на элитном отдыхе, на мастерских каникулах. В том году это были Канны, Ницца, Монако, побережье Франции. В этом году это был шикарнейший круизный лайнер по Средиземному морю. Это была череда европейских стран, потрясающих, красивых. Я, вы знаете, смотрела и восхищалась просто фотографиями тех, кто побывал на этих каникулах. Это было что-то потрясающее. Я представляю, какие чувства и эмоции получили люди. И что самое приятное, это опять-таки вознаграждение и подарок от компании за проделанную работу. Это, конечно, просто по-человечески приятно. И кроме того, это еще и возможность встретиться с друзьями, с единомышленниками, что тоже очень приятно и всегда интересно и вдохновляюще. Кроме того, если уже говорить о том, как работать, как учиться, да, создаются инструменты. На сегодняшний день более 15 эффективных инструментов для построения бизнеса по всему миру через ресурсы интернет. Это и канал на YouTube, созданный от нашей компании, да? Официальный канал, где мы можем и смотреть и обучающие видео, и видео презентационные какие-то, снимаются ролики постоянно. Кроме того, есть лидеры нашей команды, у которых также свои каналы и свои видео. То есть мы можем это использовать и как систему обучения, и в то же время как метод продвижения, которому мы тоже обучаем. Как по понедельникам у нас проходят вебинары, и в том числе и обучающие по бизнесу. Поэтому, кому интересно, спрашивайте у людей, кто вас пригласил, с радостью обязательно поделиться информацией. Кроме того, от компании создан удобный веб-сайт для оформления новых членов клуба, потребителей, клиентов, либо же партнеров, где ведется собственная бухгалтерия. То есть не нужно ничего создавать, не нужно ничего придумывать, все уже есть. Бери да пользуйся. Кроме того, компания предоставляет несколько лендингов по продуктам, где уже вся информация есть о наших продуктах, и просто ваши данные вбиваются автоматически, и вы подарок получаете прекрасный инструмент, интернет-инструмент, который, опять же, при правильном развитии дальше может вам приносить клиентов. Кроме того, у нас есть мобильное приложение. Это, знаете, такой международный магазин, который всегда с тобой в телефоне. На сегодняшний день в телефоне у многих полжизни проходит. И он всегда с тобой, и это очень удобно. Потому что где бы ты ни находился, в какой точке мира, ты можешь посмотреть, кто где сделал какие закупки. Можешь порекомендовать другим людям. Можешь тут же зарегистрировать клиента. Просто потрясающе. Вы знаете, хочу сказать, что сейчас очень многие компании и вот мне звонят, буквально на этой неделе звонили и предлагали, давайте мы вам создадим ваше мобильное приложение персональное. Я говорю, ну, у нас есть, спасибо. Нет, вы не понимаете, это не сайт, это именно мобильное приложение. Я говорю, друзья, я понимаю, что такое мобильное приложение, и я понимаю, что это действительно круто. И очень рада, что компания этому тоже уделяет внимание, и у нас есть такой прекрасный инструмент. А кроме того, есть комнаты для вебинаров, которые предоставляются для нас, и мы можем делиться новой информацией с людьми, проводить какие-то обучающие сессии. И вы знаете, благодаря интернету на сегодняшний день стираются абсолютно все границы. Если раньше мы говорили о том, что хорошо развивать такой бизнес в своем городе, то сегодня мы не ограничены абсолютно пространством. 189 стран доставка и такие потрясающие интернет-ресурсы, которые у нас есть, абсолютно бесплатно. То есть, понимаете, да, не нужно вкладывать свои деньги, уже все есть, бери да делай. Кроме того, есть официальные группы в соцсетях от компании, официальные группы, где постоянно дается какая-то информация. Кроме того, наши лидеры все ведут официальные странички свои, где всегда готовы поделиться, обсудить что-то, пообщаться, ответить на вопросы. Просто нужно этим активнее пользоваться. И знаете, что хочу сказать напоследок еще? Если мы говорим на сегодняшний день о бизнесе, я, конечно, понимаю, что за 40 минут я не могу рассказать вам
все, да, всю информацию, но я хочу донести просто мысль, что есть такая потрясающая возможность с готовыми инструментами, с минимальными финансовыми затратами и какими-то вложениями, где от нас требуется только одно, как от любого другого предпринимателя, искать клиентов, расширять сферу сбыта продуктов, да, если так говорить таким языком предпринимательским. Это касается любого абсолютно. Что бы вы ни сделали, какой бы вы бизнес ни открывали, всегда будет вопрос, где брать клиентов. Но помимо присоединяться и другие вопросы, как оформить, как доставить продукт, где хранить его, чем рассчитаться за доставку, как его растаможить, как открыть новый регион и так далее, и так далее. У нас все эти вопросы отпадают. У нас, как у предпринимателей, остается только один вопрос. Поиск клиента. И все. И плюс, огромный плюс, который есть в этом бизнесе, это есть наставник. Человек, который порекомендовал вам эту компанию, и он всегда будет заинтересован в развитии вас здесь. И он всегда поможет, подскажет, он будет вашим наставником до тех пор, пока вы сами этого будете желать, да, скажем так. Вот. И всегда посоветует, всегда подскажет, всегда поможет, где что нажать, где что купить, где как что оформить, где как ответить, и это несомненный плюс. Потому что в обычном бизнесе, как правило, нет таких людей. И мы, знаете, где-то начинаем у кого-то спрашивать, но не все готовы делиться секретами, потому что это конкуренция, никуда от нее не денешься, а здесь потрясающее наставничество в самом заложено, в самой сути этого бизнеса. Поэтому, конечно, я вам желаю рассмотреть эту возможность поближе. Вы, хочу так, знаете, подытожить, расставить акценты, да, что я сказала, что здесь потрясающая ниша, востребованная, плюс минимум затрат, плюс огромные перспективы международного бизнеса, и плюс куча готовых инструментов для развития бизнеса в интернете, и к тому же дается персональный коуч, который во всем поможет разобраться, все поможет сделать. Скажите, пожалуйста, где еще такое возможно? По-моему, это не просто бизнес, а мечта. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их сейчас здесь написать. Я постараюсь коротенько ответить, потому что уже мои 40 минут прошли, только в скорый класс. Да, вы знаете, я говорю, что я могу рассказывать на эту тему очень долго, потому что я очень люблю эту компанию и те возможности, которые она дает. На сегодняшний день огромное количество успешных людей, которые путешествуют по всему миру благодаря клубу, которые открывают новые страны, которые покупают для своих семей новые прекрасные автомобили, дома, квартиры. Это все реально, это все возможно. Если подходить к этой сфере как предпринимательству, брать на себя ответственность, как любой другой предприниматель, то все реально, все возможно. Если есть вопросы, пишите, но я вижу, что время я так еще потянула специально, да, смотрю, что вопросов нет. Друзья, я вам хочу пожелать день такого праздника всегда трудиться, но трудиться не ради труда, а ради, знаете, как ради какого-то морального удовлетворения, ради своих детей, ради хорошего отдыха, потому что, знаете, как просто труд, ну, это, конечно, хорошо, да, как говорят, ну, сделать обезьяну человека, да, но всегда хочется получать какое-то удовлетворение, и моральное, и, конечно же, финансовое вознаграждение. И я вам хочу пожелать, чтобы все, за что вы брали, так получалось легко и просто, чтобы ваша жизнь была наполнена светом, энергией, энергией созидания, и, конечно же, как говорят, что излучаешь, что и получаешь. Отдаешь больше, получаешь больше. Друзья, поэтому я вам желаю такого всегда эффективного взаимообмена и роста в страх, роста в вашей личной жизни и, конечно же, хорошего растущего бизнеса и прибыли в ваших жизнях и семьях. Всего вам доброго!